Сегодня у нас красивый и не менее вкусный французский багет. Очень роскошный, со сливочным ароматом, который отлично подойдет к чаю или кофе на завтрак. Праздничный, замечательный вид придают особого настроения трапезе. Сейчас разберем пошагово. Давайте приступим. Здравствуйте, это кулинарный канал Oxy Al International Cooking. Ингредиенты на экране и в описании. Также под видео находится полная информация по приготовлению на двух языках. В каждом ролике на этом канале есть субтитры на русском, английском и украинском языках. А мы начинаем готовить. Замешиваем тесто. Смешиваем все основные ингредиенты. Муку, теплое молоко, воду, оливковое масло, сахар, соль, дрожжи и яйцо. Тесто вымешиваем до однородности. 10 минут. Когда тесто однородное и эластичное, накрываем и оставляем в теплом месте до увеличения в 2-3 раза, где-то на час. Тесто очень хорошо поднялось. Теперь нужно обмять. Выкладываем на присыпанную мукой рабочую поверхность, делим на две части и хорошо вымешиваем руками, растирающими движениями. Это даст возможность тесту во второй раз быстрее подняться и хорошо раскрыться в разрезе. Каждую часть теста раскатываем в прямоугольник и смазываем растопленным сливочным маслом. Складываем в виде конверта, как показано на видео. Отправляем тесто на 20-25 минут в холодильник в закрытом контейнере или пакете, чтобы не обветривалось. Через 25 минут достаем тесто из холодильника и раскатываем каждый кусок в прямоугольник. Смазываем растопленным сливочным маслом и сворачиваем в рулет. Далее рулеты выкладываем на бумагу для выпечки и делаем глубокие надрезы 1-1,5 сантиметра острым ножом по диагонали. Смазываем молоком и присыпаем кунжутом. Оставляем багеты в безветренном месте на расстойку на 30 минут. Выпекаем в разогретой до 180 градусов. Духовке 25-35 минут. Я выпекала 30 минут. Получились очень красивые воздушные багеты с хорошо раскрывшимися надрезами и роскошным золотым верхом. В багетах присутствует сливочный вкус и запах. Аромат невероятный. Я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения, крепкого здоровья и всегда радоваться своим кулинарным достижениям. Подпишитесь на канал, комментируйте. А хотите, не комментируйте, но помните, что тут вы всегда сможете найти проверенные рецепты, которые точно вас порадуют. До новых кулинарных встреч на канале Oxy Al. Пока-пока!